Вот это построить строительство площадки в каньоне в Эйлате. Размер площадки стандартный, 60 на 30. Больше мы никого не слушаем. Это оно и есть. Вот это весь комплекс, идет строительство. Вверху видно будут магазины. Вот это по кругу огромнейший дворец. Надеемся здесь проводить и турниры, и чемпионаты Израиля в будущем. Вот так это все выглядит сверху, со второго этажа. Площадка офигенная. Надеюсь, будем здесь играть во всем нашем дворце в Эйлате. Вот снежная комната. Где-то здесь должен быть наш магазин, блин. Работа в полную. В общем, готовьтесь к соревнованиям.